7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt. Я вас приветствую на радио Европа Либера, с вами программа «Пункт и дело капот» и я, Наталья Марарь. Сегодня мы поговорим о молдавской «Игре престолов». Участившиеся конфликты между социалистами во главе с Игорем Додоном и партией демократов – это что, имитация? Или на самом деле, как говорится, дыма без огня не бывает? Многие эксперты говорят о том, что нас ждет горячая политическая осень. Так ли это? Мы поговорим совсем скоро. Я вас приветствую в студии Европа Либера, и о молдавской войне престолов мы сегодня говорим с моими гостями, исполнительным директором Института стратегических инициатив Владиславом Кульминским. Добрый день, добро пожаловать на Европа Либера. И политологом, преподавателем Молдавского государственного университета Эрнестом Арданяном. Добрый день. Добрый день. Да. Хотя, может быть, и вечер, когда будут люди слушать нашу программу. Итак, молдавская война престолов. Сейчас в моде говорить о войне престолов. Складывается ощущение, что осенью нас ожидают некоторые события. И многие уже говорят о возможном импичменте, либо о стычке между социалистами и демократами. К чему все идет? Это все часть договоренности, господин Кульминский? Или действительно прошел этап взаимной любви и дальше ждет? Самое, что ни на есть, настоящая война престолов. Ну, я думаю, что борьба за власть развернется достаточно серьезно. И я думаю, что из уровня риторики она, скорее всего, перейдет все-таки в уровень реальных событий. И мы, в принципе, это уже видим. Знаете, но это тоже будет часть договоренности или уже нет? Нет, я не думаю, что это будет часть договоренности. Я думаю, что власть — это такая штука, несмотря на то, что последнее время складывалось впечатление, что в принципе демократы и социалисты работают в тандеме, а я думаю, что оно так и было, что они координируют между собой действия. Тем не менее, главный приз, который стоит на кону в следующем году, это власть. И я думаю, что за эту власть люди будут бороться достаточно серьезно, несмотря на то, что между ними наверняка, конечно, существуют какие-то тактические договоренности. То есть в противном случае я тогда, конечно, вообще не понимаю, зачем президент Додон выигрывал пост президента, значит, и зачем он создавал такие серьезные ожидания в обществе относительно того, что будут какие-то перемены, если он за эту власть не собирается бороться. То есть, ну, тогда в этом случае, конечно, я думаю, что его президентство будет намного даже менее успешным, чем президентство господина Тимофти, которое, как мы помним, собственно говоря, особого следа в молдавской истории не оставил. Ну, господин Додон повысил ставки, но при этом он может всегда сослаться на то, что ему не позволяет исполнительная власть либо законодательная власть делать те перемены, которые он обещал. И в этом смысле по настоящий момент я абсолютно с вами согласен, он был очень удобным президентом, в каком-то смысле даже более удобным, чем президент Тимофти. Знаете почему? Потому что президент Тимофти, из него нельзя было создать такую страшную угрозу, которую сейчас создают из президента Додона, и которым пугают половину молдавских избирателей, что вот-вот, не сегодня, а завтра в Молдову зайдут русские танки. С этой точки зрения, конечно, он намного более удобен для власти, потому что его можно надуть, как большой воздушный шарик, а потом, если нужно, будет и проткнуть. Но еще раз скажу, я думаю, что он за власть будет бороться. Ну вот вопрос, будут ли протыкать? Потому что буквально с разницей в несколько дней о возможном импичменте заговорили не просто эксперты, но довольно видные фигуры молдавской политики. Бывший председатель Конституционного суда Александр Танасия в интервью Радио Европа Либера, бывший премьер-министр Ион Стурзе. Ион Стурзе вообще сказал о том, что до конца мандата Игорь Додон не доживет. Господин Танасия в ответ на вопрос о возможном импичменте, о котором начали говорить, сказал, что в принципе предпосылки есть, и это все сводится к присяге, которую дает президент, которая на самом деле является не формальностью, а вполне себе законодательным актом, на основании которого можно будет привлечь президента, который нарушает те или иные нормы Конституции. Если можно, я еще закончу. Да, конечно. Вот сейчас между президентом Додоном, я думаю, перед ним стоит очень серьезный экзистенциальный выбор. Значит, с одной стороны, понятно, что он на 60% играет с нынешней властью. На 40% у него есть какие-то обязательства, которые он брал перед избирателями, перед многими другими людьми. У него сейчас есть выбор. То есть либо он будет продолжать в эту игру играть, и в этом случае его... А перед Россией обязательств у него нет? Ну, вот мы сейчас до этого дойдем. Значит, то есть у него, значит, либо он будет продолжать играть в эту игру с властью, его тогда
не проткнут, как вы говорите, как воздушный шарик, потому что он действительно тогда будет очень удобен, вот, и он будет до конца выполнять свою роль. Либо же, наоборот, он действительно начнет бороться за власть. Вот, и в этом случае, конечно, его неминуемо ждет серьезная конфронтация, которая чревата очень серьезными потрясениями личностного характера, профессионального, карьерного. То есть фактически тогда на кон будет поставлено все. Вот, то есть, ну, сейчас я думаю, что выбор за ним, как он поступит, сложно сказать. Я думаю, что Россия, конечно, его подталкивает к решительным действиям, потому что именно, собственно говоря, за счет Игоря Николаевича Додона, я думаю, Россия попытается отыграться за все те события, которые происходили в ее отношениях с молдавским правительством и с молдавской властью. То есть, наверное, и молчание России во многом объясняется этим. Но поступит ли таким образом господин Додон или нет, это на самом деле очень большой вопрос. И, собственно говоря, выбор, я думаю, тут стоит за ним. Господин Вардаян, что нас ожидает, по-вашему? Очень интересные события действительно ожидаются. Я согласен с Владом в том плане, что действительно президент Додон удобен как фигура для продолжения геополитических игр. Об этом я и сам писал, и говорил еще в прошлом году, еще до победы Додона на выборах. Я говорил, что такой президент лично Плохотнюку выгоден, но не потому, что он человек Плохотнюка, а потому, что благодаря нахождению президента Додона в кресле президента Плохотнюк может успешно продолжать раскачиваться на этих геополитических качелях. Собственно, между Западом для этого и Россией. Привели к власти, по большому счету. Позволили стать ему президентом, в некотором смысле так можно сказать. То есть, конечно, была огромная доля... Позволили? Вы не считаете, что помогли? Нет. Вы не считаете? У меня такой информации нет. Ну хорошо, а если вспомнить... Давайте проведем большую разницу между, во-первых, мнением избирателей, которое тоже, между прочим, было, да, голоса избирателей есть. И, во-вторых... Нет, мы сейчас говорим не про мнение избирателей, а про вещи, которые замерялись. Буквально недавно Радио Европа Либера предоставляла данные о том, как разные масс-медиа поддерживали или нет тех или иных кандидатов во время избирательной кампании. Отчетливо было видно. В основном анти-Майя Санд. Да, отчетливо было видно, что весь холдинг, аффилированный с господином Плохотнюком, подконтрольный господину Плохотнюку, ну, как говорится, втапливал за Игоря Додона. Я заметил, там правильнее будет сказать, что было больше негатива против Майи Санду, чем негатива против Игоря Додона. Это я заметил, да. Но это я и вкладываю в понятие «позволили», а не «помогли». «Помогли» — это когда пиарили с утра до вечера, какой он хороший, добрый и так далее. Господин Вардаян, с утра до вечера новости, и тем более это телеканалы, которые во многих уголках Молдовы, только они... Моя мысль не в этом. Это не принципиально. Помогли, позволили, неважно. Почему это удобно Плохотнюку и почему, кстати, импичмента пока не будет. Сейчас мы до этого дойдем. Потому что Плохотнюк, благодаря президенту Додону, может пугать Запад русскими танками, иногда может пугать и Запад такими вещами, как смешанная система. То есть даже не пугать, он может давать ему понять, кто в доме хозяин. То есть, невзирая на протесты Совета Европы, всех экспертов, которые мы знаем, общественности, то есть НПО и так далее, он может еще и показывать Западу, что у него есть и иное направление действия, а именно вопреки интересам Запада делать что-то для себя. Ну и, соответственно, пугать Россию скорым уходом в НАТО, демонстративно принимать заявление в день подписания соглашения о прекращении огня на Днестре, заявление парламента с требованием вывода российских войск. То есть все вот эти символические, но на самом деле более глубокие действия молдавской власти, все они являются продолжением той канвы, тех геополитических качелей, которые были в Молдове созданы давно, просто с приходом Игоря Додона они стали более ярко выраженными, более четко направлены. Вот про, вот анти, вот белый, вот черный и так далее. Теперь по поводу импичмента. Я пока не вижу политических предпосылок для импичмента. Технически вижу. Почему вдруг об этом заговорили, на ваш взгляд? Почему вдруг? Потому что у нас через год парламентские выборы. И по моей информации не будут социалисты голосовать ни за премьера Плохотнюка, ни какие-то другие удобные вещи. Почему было проголосовано за смешанную систему? Потому что это тоже выгодно социалистам. Почему это отдельный разговор? Вернемся к теме импичмента. Почему? Но им выгоднее была старая система. Ну, выгоднее. Как сказать? Математически как выгоднее. Сказать? Я думаю, это, скорее всего, сигнал Игорю Николаевичу Додону. Я закончу мысль, Влад. Значит, почему пока политически это невыгодно? Технически, я сказал, есть голоса нужные, есть соответствующие подогревания общественного мнения. Интересно, как коммунисты, демократы и многие другие будут в совокупности голосовать. Либералы, либерал-демократы, коммунисты. За импичмент Додону, за измену Родине, заметьте. Это очень интересная комбинация. Родина у всех разная, поэтому у них позиции тоже будут разные. В молдавской политике у нас были самые разные комбинации.
нации, но сколько я думаю, родин только было у этих политиков, только они знают. То есть политически... Они будут голосовать за измену разным родинам. За поэтому может голосование возможно. Итак, подходим к моей главной мысли. Почему импичмента пока не должно быть? Потому что представим себе ситуацию. Вот завтра собирается парламент, Дадона увольняют большинством. 78, по-моему, голосов, или 77 получается у всех, кроме социалистов, да? Под гром, под грохот фанфаров Дадона снимает с поста. И что после этого происходит? После этого в Молдове остается один ненавистный персонаж по имени Влад Плохотнюк. И вся королевская конница, вся королевская рать, имеется в виду все НПО, западные посольства, в первую очередь американцы, они все переключают, поворачивают свои дула на Плохотнюка и продвигают Майю Санду сначала в примары Кишинева, я есть, имею такую информацию интересную, а потом будут ее по полной программе пиарить на следующих парламентских выборах. Ответьте сами себе на вопрос, коллеги. Это нужно Плохотнюку? Теперь другой сценарий, Эрнест. А представьте себе, что, допустим, все-таки Игоря Николаевича Дадона сейчас подталкивают к активным действиям. Что, возможно... что вы подразумеваете под активными действиями? Вы уже несколько раз например, кстати, у него достаточное количество, например, поддержки, да, для того, чтобы реальные такие большие, вот как коммунисты когда-то организовывали протесты, например, организовать. То есть он потенциально мог протесты бы это сделать. Протесты против чего? Поддержки протесты... среди народа? Конечно. Да. То есть протесты против действующей власти. И, в принципе, это на самом деле то, чего от него ожидали в самом начале. В принципе, это несложно. Что он будет, да, то есть, что он будет предпринимать активные действия. До сих пор он предпочитал играть в эти, как это там, ну, моя жукацкую фоку, там да, такая да. набирает популярность компания, да, то есть такие угрозы, где он грозил кому-то пальцем, говорит, вот я вам всем покажу, но в реальности никаких действий ну, не происходило. Или борьба с олигархами во множественном числе. Да, он обещал, да. он обещал, что это обязательно именно все, во множественном, он обещал, это все когда-то будет, потом, в будущем, в дальнейшем, да, то есть если его сейчас, допустим, подталкивают к активным действиям, а я думаю, что на определенном этапе ему там из тех кругов, которые его поддерживали в России, донесутся недвусмысленные сигналы, то есть либо пора платить по счетам, либо тогда с тебя, с этих счетов будут списывать. И если его подталкивают к этим действиям, то я думаю, что вот это вот эти разговоры среди аналитиков и среди экспертного сообщества об угрозе импичмента, возможно, это предупреждение Игорю Николаевичу Дадону о том, что нужно себя вести тихо, спокойно, о том, что нужно выдерживать заданную тебе роль до конца, как это делал, например, в свое время президент Тимофти. Либо наоборот. Ну, смотрите, на этой неделе уже вабанк. Смотрите, либо на этой неделе, либо на самом деле, вабанк. Такой, я думаю, что, скорее на самом всего, деле, на этой вот неделе это такой сигнал президенту Дадону был послан. И премьер-министр Павел Филипп, и спикер парламента Адриан Канду, и многие другие члены Высшего Совета Безопасности проигнорировали заседание Совета Безопасности, созванное президентом Игорем Дадоном. Если... Что это, если не институционально... Игнор, да, мягко да. выражаясь. Блокаж, обструкция институциональная. Конечно, и понимаете, как если президент Дадон говорит, ну, мою жукацкую фоку и показывает пальцем, то ему в ответ говорят, мы вам пальцы-то можем и поотрезать. Знаете, а потом говорит. Просто не приходит на заседание. Да, то есть я думаю, что это действительно сигнал. Но меня на самом деле во всем этом беспокоит немного другое. Я тут, может быть, немного уведу этот разговор в сторону. Мы уже 27 лет своей независимости играем в эти, я прошу прощения, это куматрия молдавская, то есть в которую играют все правительства без исключения. И на самом деле вот и мы сейчас в этой передаче, и все остальные настолько оживленно обсуждают эту борьбу между Западом и Востоком. А мне вот недавно один очень, очень хороший профессиональный дипломат говорил, ребят, да выгляните за окно, у вас там просто город на ваших глазах осыпается, понимаете? Mm-hmm. И не только город, а вся mm-hmm. страна. А мы все увлеченно, с таким очень задором огромным, мы играем в эту игру. И ну, на самом деле, что сейчас, мне кажется, страшно, это то, что все-таки... Мне, конечно, это очень тяжело признавать, то есть мне человек очень проевропейских взглядов, который работал во многих, значит, который работал в правительстве премьера Лянка, мне тяжело признавать, что на самом деле как бы вот президентом, которого в голове была концепция государства в Республике Молдова, последним, которого мы знаем, это скорее все-таки был Воронин. Он не позволял себе вытаскивать и бросать на стол очень такие тяжелые, болезненные для молдавского проблема общества, для молдавского общества проблемы, которые лежат сейчас на игральном столе. То есть мы сейчас в этот огонь борьбы бросили все. Не соглашусь. Игорь Николаевич Дадон, с одной стороны, ездит в Москву, значит, для того, чтобы там обещать вещи, которых он никогда не сможет выполнить. И он фактически работает на один очень узкий электоральный сегмент в Республике Молдова. Другие стороны, с другой стороны, делают то же самое по направлению Европейского Союза. То есть мы просто вытащили, как бы мне кажется, мы дошли уже до самых болезненных для нас вещей,
и начинаем играть уже в том числе вместе с ними. А играем мы на самом деле с самим государством. Мне кажется, мы дошли до очень примитивных вещей. До очень примитивных вещей. Да, то есть людей, которые... мы от них и не отходили. Да. Вот насчет Воронина. А в 2002 году разве не Воронин инициировал введение в школах курса истории, интегрированной истории было, потом история Молдовы. Вот то, что сейчас Дадон педалирует, точно так же это делал в 2002 году Воронин, митинги, которые проводил Рожко, три месяца на площади, да. Разве не это оттуда на самом деле, на самом деле, та концепция государственности, которую выстраивал господин Воронин, во многом была антирумынской, и это тоже неправильно. Вот в, этом, нет, в 2005 нет, году в этом, Басеску, в этом, Саакашвили, кто поддерживал президента Воронина? А что случилось после 2005? После 2005? Нет, я не про это говорю, Наташа, извините. В этом-то и большая ошибка. У нас любая идея государственности строится на чем-то анти. Запад-Восток, разделение и борьба против чего-то. От этого абсолютно давно ушел западный мир, потому что левое-правое на Западе – это концепции развития. То есть начнем с того, рынок, что от этого ушла сама Румыния. Это частный рынок, это только или это все-таки больше государственное вмешательство. Я когда говорю про государственность, я на самом деле вкладываю сюда совершенно другое понятие. То есть это не Запад-Восток, а как мне сказал один мой очень интересный коллега, он мне говорит, что на самом деле государственность, значит, это когда люди считают, что государство используется в общих целях, а не в своих собственных личных целях, чтобы извлекать выгоду для себя и для своего клана. Вот в чем разница между государственным и негосударственным. В этом смысле я имею в виду концепцию. Если позволите, буквально вот тоже Влад ссылается на свои источники. У меня тоже был один источник в прошлом, очень любопытный. Американский эксперт, который прекрасно знаком с молдавскими реалиями, он мне сказал: «Эрнест, чтобы ты понимал, Молдова всех достала», он использовал более крепкое слово, потому что он хорошо знает русский, «Молдова всех достала, но вас терпит только потому, чтобы вы не достались русским». Вот и все. То есть, опять же, да, я тоже разочарован. Я тоже когда-то был так вдохновлен идеей европейской интеграции, что это модернизация страны, что это верховенство закона и все прочие сентиментальные глупости, которые мы понимаем. Господин Вернандо, а вы что, в этом разочаровались? Может быть, вы разочаровались в коррумпированной элите, которая ассоциировала себя со всеми этими ценностями? Европейские ценности, потому что европейские ценности, к счастью, от Молдовы не зависят. Они зависят от той классической Европы. В том-то и проблема, что у нас коррумпированные элиты захватили проевропейский дискурс. Европейских идей в Молдове происходили все беззакония, которые только можно. Скоро будет 5 лет со дня царской охоты по Дуре Домняцке. Виновные до сих пор не понесли заслуженного наказания, и мы продолжаем жить в этой стране, где можно все, если ты сам знаешь, кто. Я хочу немного вернуть вас к нашей дискуссии. Есть несколько важных проблем, которые никогда, наверное, в ближайшем времени не перестанут быть актуальными для Молдовы. Это депопуляция страны. Мы рискуем уже совсем скоро остаться без того креативного класса, который потенциально способен будет реализовывать здесь желаемые изменения. Просто все умные, толковые профессионалы массово улетают, уезжают из страны, бегут. По работе в университете. Это видят все, это во всех областях чувствуется. Это везде, это чувствуется во всех абсолютно областях. То есть это не просто депопуляция, это качественная депопуляция. Это, по сути, белый геноцид. Абсолютно. То есть люди просто уезжают. Второе, нищета. Мы сейчас говорим не о Кишиневе, а вот буквально за 5 километров от Кишинева отъезжаешь, и ты это все видишь. И третье, это отсутствие независимой судебной системы. Я сейчас не буду говорить про коррупцию, потому что с коррупцией сейчас, как видно, у нас борются, но это никакого отношения к независимой судебной системе не имеет отношения. Так вот, это борьба престолов, которую мы, возможно, начинаем наблюдать. Она как-то повлияет в качественном смысле на искоренение всех этих проблем? Или это опять же спектакль? Наташа, который... то, что вы описали, это классическое буферное государство, ничейная территория между Западом и Востоком. С перманентным системным кризисом. И я думаю, что это как раз та самая концепция, которая нужна и демократам, и социалистам. Потому что они себя в такой концепции будут чувствовать очень удобно. Здесь можно бесконечно менять правила игры. То есть никакой Брюссель там тебя не будет окрикивать и не будет тебе говорить, что вы знаете. Потому что опасно будет окрикивать, деньги. Потому что могут остаться русскими или наоборот. Это классическая концепция, которая, на мой взгляд, и мне кажется, что это для Республики Молдова самое опасное состояние. Потому что тогда нет
никакой концепции развития, тогда нет правил. Правила можно менять, ну вот как мы это видели, например, со случаем с избирательной системой, да. То есть, ну, правила мы играли, 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 а потом правила просто взяли и поменяли, потому что нас правила не устраивают, по этим правилам мы, возможно, можем проиграть. Тогда давайте просто поменяем правила, вот и все. И как бы вот такое состояние, делать, мне кажется, тогда? Для Республики Молдова перманентно опасно. Как насчет из этого системного кризиса уходить? Делать? Если позволите, отвечу немножко по-другому. Вот Влад начал, я продолжил мысль про эти решительные действия Дадона. Я тоже задаюсь вопросом, тоже когда общаюсь с людьми соответствующих кругов, задаю вопрос, а вот что конкретно сможет сделать Дадон? Допустим, он соберет 100 тысяч человек, я в этом не сомневаюсь, он сможет сделать. Технически это возможно, логистически это возможно. Дальше что? Какова цель? Окей. Вот именно, под что он соберет 100 тысяч человек? Он окружит, скажем, парламент, правительство даже одновременно. Цель какая? Отставка правительства, досрочные парламентские выборы, отставка Конституционного суда. И так, то если мы сейчас начнем даже поверхностно анализировать принципиальные моменты вот системного кризиса, о котором мы говорим, у нас получится минимум 5 принципиальных целей, а то и больше. Как 100 тысяч человек могут, придя одномоментно на площадь, решить эти принципиальные вопросы? Там не получится, что вот это мы решим, а это потом. Нет, их нужно решать так же системно, как они и возникли. То есть мы не можем побороть эту систему, порочную судебную систему, без, допустим, отставки Конституционного суда. Чтобы добиться отставки Конституционного суда, нужно убрать парламентское большинство, которое поддерживает эту систему на плаву, да? Или опять же правительство. Мне кажется, Конституционный суд на самом деле является наименьшей проблемой судебной системы на данный момент. Наибольшей, потому что он последняя инстанция. Его слово является, по сути, последним. Только подтверждает определенные решения. Абсолютно, да. Это не главная проблема. Но он может их не подтвердить вдруг. Вот, допустим, референдум Дадона, который он задумал, мог бы подтвердить, мог бы допустить. Да? Господин Варданян, как все это возможно, когда мы оглядываемся на те действия господина Дадона, которые он успел совершить за меньше, чем год своего мандата? Он в том числе... назначил тех судей, о которых пресса неоднократно писала о том, что они являются фигурантами ландромата. Вопросов к ним было очень много. Господин Тимофти, о котором все высказывались нелицеприятно, имел храбрость несколько раз отвергнуть кандидатуру подобных судей. Господин Дадон подписал. Я лично спросил его об этом, он сказал, что да, это было упущение, и по процедуре... Как упущение? Не заметил просто фамилию и подписал. Несколько раз такие упущения, это же смешно. Извиняйте. Аргумент. Вашу мысль можно углубить и сказать, что в принципе... Что в принципе, он более того, он вообще не предпринял ни одного реального шага. Ну или голосование за смешанную систему. Реального шага, который позволил бы говорить о нем как о оппозиции. Демократам ту видимость консенсуса всеобщего, который так сильно просили западные партнеры. Скобки. Я разговаривал с людьми из партии социалистов, они сказали совершенно точно, что если мы сейчас не согласимся вынужденно на смешанную систему, то будет еще хуже, потому что Плохотнюк протолкнет одномандатную без разговоров. Как? Нет, это не серьезный аргумент. Почему не серьезный? Голоса у него были. Тогда правая-левая позиция, сколько социалисты, наша партия, сколько голосов нужно для принятия закона о избирательной системе? Учебник по логике этот аргумент разобьет голос. У Плохотнюка было 60. Он понятно. Мог вот а вот представьте делать. Себе, представьте себе, если бы на улице в это время находились все партии, как парламентские, так и вне парламентские. Это вторая скобка, которую я открываю. Вторая скобка заключается в том, что при заданных обстоятельствах, а они очень плохие, да, у нас есть выбор между плохим и очень плохим, при заданных обстоятельствах голосование за смешанную систему было более выгодно для партии социалистов, чем переход на одномандатную систему. Вот и все. Наташа, вы спросили, что делать. И это действительно очень интересный вопрос. Я, опять же таки, ссылаясь... Я очень много разговариваю с людьми, которые жили и руководили странами, которые были в примерно похожих с Молдовой обстоятельствах. Грузия. Ну, этот пример уже многим набил оскомину. Но каким образом... И никто не будет спорить с тем, что система государственных услуг в Грузии сейчас... качественно. На порядок. То есть, в разы выше, если, чем у нас. Если в Молдове туризм там меньше 1%, по-моему, 0,5% ВВП, то в Грузии он там 6,5%. Число туристов в Грузии уже превысило число населения. Да. Так вот, человек, который, в принципе, напрямую непосредственно участвовал в тех самых событиях, он говорил, ребят, то есть для того, чтобы в Молдове реформы как таковые, вы уже прошли тот этап, когда можно отдельной реформой что-то поменять. Поменять фискальную систему там, значит, поменять систему образования, систему здравоохранения. Нет, так это у вас работает. Конечно, оно уже отдельно уже не работает. И точно так же это было и в Грузии. Отдельно это не работает. То есть для этого нужна реальная команда людей, у которых есть серьезное видение и желание
значит, стремление и политическая воля для того, чтобы эту систему поменять полностью. То, что называется строительство государства с его основ. Потому что мы не будем отрицать, что в Молдове государство как таковое, в принципе, дошло до края, до точки. И дальше его уже тоже просто несостоящееся государство. Кто инициировал в Грузии это все? Это интересный вопрос. Там была, знаете, как... Это сделал Саакашвили. Не совсем. Я от него поклонник. Это делал не только Саакашвили, но и команда. Но я был в Грузии, я прошу... Я был в Грузии, мне все сказали, даже... Я прошу прощения, пока не забыл. Даже противники Саакашвили, в Грузии полно до сих пор, они сказали, это его заслуга. Вот он пришел, он убрал эту дорожную полицию, коррумпированную, и пошло-поехало. Вот как, знаете, нужно всего лишь 10-15 человек, чтобы создать где-нибудь хаос, вот точно так же нужно 15-20 человек для того, чтобы привести страну в порядок, особенно такую, как Республика Молдова. Примерно так было в случае то с Грузией. То есть оно так и было. Это люди, которые реально занялись просто-напросто всеми направлениями сразу. И люди послали очень четкий сигнал, что больше так, как было, не будет. Что это действительно, что государство возвращается. Оно вернулось, это серьезное государство, оно вежливо и уважительно относится к своим гражданам, но тем не менее оно очень твердо... Ну ведь действительно больше так и не было. И поэтому люди стали доверять полиции или полиции. А вот кто их поведет? Вы знаете, сколько как бы наших молдаван разбросало по миру профессионалов такого уровня, которые, в принципе, не снились ни одной другой стране, которые руководят огромными корпорациями, которые работают во всех международных банках развития. То есть Молдова дала, в принципе, интеллектуальных ресурсов, выбросила во внешний мир огромное количество. Я лично разговаривала с Саакашвили об этом. Не 20, я думаю, 200 человек можно совершенно спокойно найти, Господин которые в сжатые сроки смогут просто наладить нормальный функционал. Я лично разговаривала с Саакашвили, я спрашивала его об этом, откуда вы взяли людей. Они сразу же после того, как у них случилась так называемая революция роз, у него был отдельный человек, который просто поехал по миру и стал заниматься хедхантингом. Они просто собирали людей по всему. Грузин. Они, это уже не важно как. Они узнавали про грузин, которые работают в разных международных структурах, бизнесах и так далее. Они воюют между собой. Они на протяжении полугода занимались хедхантингом. Они самых лучших. Вот так мне лично рассказывал Кахабидзе, как его пригласили в Грузию делать реформы. Они просто созвали всех. Это во многом была история про национальную гордость, про возможность войти в историю. Про возрождение. Они договорились на год о некой помощи, о том, чтобы этим людям, некоторым из них, платили хорошие зарплаты с целью, чтобы за этот год можно было провести реформу административной системы, так, чтобы урезать, где можно, и повысить зарплату в дальнейшем людям. Потому что понятно, что звать людей менять государство на зарплату 6 тысяч лей или 4 тысячи лей, это абсолютно недопустимо. Бесперспективно. Никаких шансов. Но заметьте, что происходит в Грузии. Саакашвили давно выкинули из страны, объявили предателем врагом народа. Всю его команду тоже распылили фактически по белому свету, но все то, что он сделал, все стоит живет, крепко на ногах. Так что ж они дураки, заложили, что ли? Руби с плеча. Так вот, вот по поводу нашей ситуации. На самом деле, когда демократы в стране начали брать власть, они очень сильно продвигали, и я как бы стараюсь быть абсолютно объективным, без каких-то пристрастий, потому что я на самом деле как бы говорю по большей части от своего собственного лица. А когда они взяли власть, они очень сильно среди западных стран продвигали идею так называемой сингапурской модели, что вот мы взяли власть, и сейчас мы, как это в свое время сделала команда Саакашвили, как это в свое время сделали в Сингапуре, в других странах. Они продолжают эту идею продвигать. Вот, то есть мы сейчас здесь создадим функциональные основы для молдавской государственности. И, в принципе, этот аргумент был достаточно правдоподобный. Ну, почему нет? Ну, действительно. Ну, почему? Господин Кузьмич, на секунду вас здесь прерву. Но у них есть целый ряд аргументов, которые звучат довольно убедительно. Вот я тоже сейчас попытаюсь быть беспристрастной, так как вообще должно быть. Увеличение сборов на таможне с тех пор, как они взяли всю власть в свои руки. Увеличение сборов в налоговой системе. Увеличение количества посадок и уголовных преследований людей по разным коррупционным 95% схемам. Посадили, показали, выпустили. Нет. То есть аргументы у них есть. То есть они не просто убеждают, они на стол выкладывают аргументы. Вас это не убеждает? Абсолютно нет. Знаете почему? Потому что вот сейчас, к настоящему времени, я пришел к тому выводу, что это тоже бесперспективное направление. Это не так. За счет таких методов страна реформирована не будет. То есть мы не получим, грубо говоря, Сингапур или Грузию,
значит, по итогам этого управления. А знаете, почему это происходит? Да потому что основы, в принципе, остались теми же самыми. Конечно. То есть то, что мы сейчас видим, это, по сути, просто работа в одни ворота. Да? То есть это когда все те, которые не согласны, недовольны, вот это в основном против них, как правило, направляется весь этот гнев государственной машины. А государственная машина — это страшная вещь. Она может переломать кого угодно, просто переломать человеку сознание, переломать ему ноги, руки и выпустить его совершенно искалеченным, понимаете? То есть как бы это не создает беспристрастную систему, это не открывает экономику для всех, это не обеспечивает равные права и возможности для всех граждан Республики Молдова. Заметьте, сейчас очень интересная картина. Я опять же таки, возвращаясь к временам Владимира Николаевича Воронина, он все-таки соблюдал красные линии. Вот. То есть его, ну, не знаю, может быть, потому что он, как бы, у него было понятие в голове о государстве, но его еще в том числе заставляли не переходить за определенные красные линии. Да? Ну, вот тогда вся оппозиция, например, там, Филат и вся его команда, они все там работали в международных организациях. Да? И не бегали там, например, представители коммунистической партии и не просили эти международные организации, пожалуйста, уберите их всех оттуда, потому что они там антиоппозиция. То есть не давили людей, ну, так, как это происходит. В то же самое время существует мнение, что все то, с чем мы сталкиваемся сейчас, это есть не что иное, как результат правления Воронина. Потому это что та система, она зародилась тогда, она была еще довольно примитивной. Просто сейчас последние годы ее не меняли, ее просто усовершенствовали. Угу. Но это та же самая система, кстати, которая возникла тогда. Кстати говоря, это ирония судьбы. В 2009 году Молдова так сильно устала от коммунистов, так сильно убегала от единоличного правления, что в итоге пришла к единоличному правлению ДПМ. Это, кстати, очень опасная дорога, по которой сейчас идет. Я скажу, что правление Игоря Николаевича Дадона будет еще хуже. Да, пожалуйста. Лоходнюк сейчас идет по тонкому льду, потому что если он год, два, три назад мог сказать, что это плохой Филат, плохой Гимбу, плохие коммунисты, сейчас вся власть у Демпартии. Ну, сейчас плохая Россия. Сейчас сидит. Россия, понятно, она всегда была и будет плохой. И внутри страны врагов много. Ну да, пятая колонна. А сейчас на кого кивать? Опять на Россию? Что Россия разворовала, допустим, заводы и так далее. Россия занимается поборами на местах. Бизнес молдавский как стонал, так и стонет. Сельское хозяйство как лежало, так и лежит. Хуже Россия стало. Разворовала? Стало хуже, Эрнест. То есть только для окончательных неисправимых зомби Россия виновата. Для людей, которые умеют хоть немного мыслить, здесь все понятно. Россия свое дело делает белое-черное, но она делает. Но вот то, что происходит... при этом не надо полностью отвергать тот факт, что влияние России тоже само есть. Само собой, но опять же. В любом случае. Вот, да, более того, есть. Кстати говоря, Приднестровье, игроки... информационное Наталья, пространство, знаете, все это тоже сами работает. Сами но это, безусловно, не является причиной этого кризиса, да, вот, в котором мы живем. Да, вот или вы говорили про таможню, про налоги, да. Здесь-то Россия, да. Какое отношение имеет? То есть я опять же возвращаю свои мысли. Плохотнюк сейчас идет по тонкому льду, потому что страна идет дальше вниз по наклонной и обвинять, кроме как себя, ведь он вот вы говорите вниз, а они по отчетам показывают, говорят, вверх. Ну да, политехнологически. Не, ну да, что они говорят, если вверх. Когда... Да, ладно, хорошо, ладно, я следующий мысль, она мне когда... очень крамольная, поэтому я следующую скажу. После. Мы когда начинаем играть в эту игру между Западом и Востоком, да, вот там одни за Запад, другие за Восток, нам кажется, что это такая пиар-игра политтехнологии, да? А ведь на самом деле мы что делаем? Мы открываем внутреннее пространство своей страны для вмешательства абсолютно всех внешних сил, кому не лень сюда вмешиваться, понимаете? Да, мы открываем ворота для того, чтобы здесь Россия с нами поиграла, для того, чтобы с нами там проиграли западные страны. Европейцы, чтобы в аэропорту давали нам указания, что делать. Мы фактически нормально. Как бы открываем такую коробку, которую лучше все-таки держать закрытой. И еще мы ее уже открыли, уже поздно. И это самое опасное, Наташа, понимаете? Вот, то есть вот когда я слышу там все эти разговоры про Приднестровье, там, про то, что там здесь будет война, конечно, никаких объективных предпосылок к этому нет, но мы сами можем их создать, субъективно, за счет своих собственных действий. И второй, один момент, который мне кажется очень важен. Но ведь на самом деле для Республики Молдова повестка дня – это вот то, о чем говорили вы, Наташа, да? Это собирание всех лучших мозгов и умов этой страны, которые разбросаны по всему Кто свету. Кто будет их собирать? Для Кто того, их чтобы... будет собирать? У меня нет ответа на этот вопрос пока, Наташа. Пока я боюсь, что мы придем в итоге к проблеме старухи-проценщицы, да? Что вот убей старуху-проценщицу, все вопросы решатся. То есть я даже сам ловлю себя на том, что, по сути, вся вот эта порочная система, о которой мы говорим последние годы, она вся заточена на Плохотнюка. Поэтому возникает соблазн предположить. Я не согласен, Эрнест. Вот здесь
я не согласен. Здесь вот, только знаете, гипотеза, Влад. Это демонизация. Тут я не согласен. Возникает соблазн предположить, что если мы устраним Плохотнюка как политика, скажем, если мы его, не знаю, выгоним из власти, посадим система в тюрьму, все равно останется. То система рассыплется, может быть, а соблазн, может и нет. Был такой соблазн в 2009 году. Вот мы избавимся от Воронина и вдруг заживем. Mm-hmm. Мы избавились от Воронина, mm-hmm. и мы не зажили. А вот система теперь... еще больше себя, Наташа, воспроизвела. А вот теперь моя крамольная потому что мысль. У нас нет юстиции независимой, потому что у нас нет вообще институтов. Да, и ее породил не Плохотнюк, справедливости ради. У нас нет работающих институтов. Институтов нет. Захваченная юстиция началась не при Плохотнюке. Будем откровенны. Роль Артура Решетникова в том, как они начали менять судейский корпус, очень велика. Очень велика. А теперь моя крамольная мысль, собственно говоря. Но она не только моя. Я общался с коллегами-политологами, с некоторыми бизнесменами, которые, в общем-то, не лезут в политику, но интересуются ей. И они мне говорят удивительные вещи. Они говорят, ты понимаешь, что если дать Плохотнюку то, что он хочет, в данном случае мы говорим о посте премьер-министра, он сделает из Молдовы конфетку. Я говорю, вы сами мне это говорящие, вы в это верите? Они говорят, да. А я вот не могу поверить. Я, кстати, тоже слышу эту почему идею. Я не поверю? Не от многих, но слышу. Почему я готов в это поверить? Потому что у Плохотнюка есть для этого все качества, начиная от профессиональных, заканчивая умением дергать за ниточки. Это мы все знаем. Почему я в это не верю? Потому что, к примеру, нынешний премьер-министр Павел Филипп, кстати говоря, неплохой человек. Мне про него говорят только хорошие вещи. И дипкорпус, и коллеги, и политологи. Я лично против него ничего не имею. Но если бы Плохотнюк захотел посредством правительства Филиппа уже начать сегодня делать из Молдовы конфетку... Ему никто и ничто не мешает. Никто и Дадон не помешает, и Россия не помешает. Почему они делают этого сегодня? А я могу объяснить, почему, Эрнест. Давайте. Я могу объяснить. Смотрите. Чисто с политтехнологической точки зрения. То есть демократы фактически в начале прошлого года получили полноту власти в стране. Верно? Да, начнет правительство. Значит, начались такие серьезные действия, да, то есть началась там борьба с коррупцией, посадки, начались там реформы одни, другие, третьи, как Наталья говорит, выросли, значит, сборы с таможни, та-та-та-та-та. А потом, хоп, проводим политтехнологические опросы, оказывается, что рейтинг не растет. Не растет. Опять же, тут много политтехнологических объяснений, почему не растет рейтинг, но он не растет. И тогда возникает угроза реально того, что могут потерять власть. Что тогда делать? Тогда прибегаем к старому, доброму, испытанному способу. Меняем правила игры во время игры. Первое, меняем правила игры во время игры, а второе, находим внешних и внутренних врагов. Желательно как можно больше и как можно более страшных, для того, чтобы они действительно людей вызывали такие очень... отвлекали от рациональных проблем и вызывали очень, очень глубокий мозг. Это объяснимо. Нашли, это все понятно. Но рейтинг пока не растет, насколько я знаю. Ну, кто знает. Партийный рейтинг ДПМ не растет. Тут есть разные мнения на этот счет, но как оказывается, всегда, и опять, это не их вина, потому что всегда вот эта борьба с врагами, в общем-то, более эффективна политтехнологически. Если позволите, я хочу вернуть наш разговор в системное русло, потому что, опять же, мы, как и в 2009 году, мы все крутились вокруг фигуры Воронина, а потом оказалось, что ни в одном Воронине проблема, точно так же мы сейчас крутимся вокруг фигуры Плохотнюка, и я очень боюсь, я не говорю, что так будет, но я очень боюсь, что в результате, когда все это закончится, а рано или поздно это закончится, окажется, что система продолжает жить. Точно такие же продажные прокуроры, точно такие же контролируемые судьи, только непонятно, кто ими будет уже контролировать. Потому что мы еще не знаем, может быть, всех имен людей, это которые... Осталось, да. Так вот, я о чем говорю? Я хочу вернуться к вопросу, как выходить из этого системного кризиса. Вот она, Наташа, смотрите, вы говорили, значит, то есть возвращаясь к тому рецепту, как вы говорите, такой хедхантинг массивный, в том числе внутри страны и за рубежом. Так вот, самое интересное, что после того, как они в Грузии начали заниматься очень серьезными изменениями всего и вся вокруг, система эта и люди, которые в ней находятся, среднего звена, низшего звена, они все заработали по-другому. Они правда заработали. То есть они не то, что они просто, вот полицию они взяли, поменяли полностью, да, но, допустим, там свои налоговые органы, фискальные органы, экономическую систему, да, туда пришло другое руководство, создало правила игры определенные и системы менеджерских процессов, которые были заточены на определенные результаты, и все абсолютно как бы вот звено среднее и ниша заработало по-другому. Реально система заработала намного более эффективно и производила для них результаты. То есть сверху вниз, это очень важно, да? Там не было такого, что они заменили все полностью.
полностью. Да, не было этого. И модели очень сильно влияют на поведение людей. Помести их в правильную среду и дай им правильную, покажи им правильную модель. Люди заработают. Многие это будут делать с большим удовольствием. Многие из нынешнего госаппарата. Не надо думать, что весь госаппарат абсолютно некомпетентен. Просто они работают в условиях, в которых их компетенции просто никому не нужны. Поэтому и которые их креативной энергии не дает никакого выхода. Просто политтехнологически это все очень грамотно, Влад, сказано, но дело в том, что давайте разговаривать как простые люди, да? Политтехнологии на хлеб не намажешь. Падают доходы людей. Люди уезжают, вот с чего мы начинали программу. Вот этот вопрос, как решить? Вот я задаю вопрос, да, допустим, я пришел в офис Демпартии и сказал, помогите мне жить. Что вы, Демпартии, можете сделать, чтобы из Молдовы сделать конфетку? Пока сегодня Павел Филипп премьер-министр, пока Плаханюк не достиг своей мечты и сам не стал премьером. Вот давайте рассказывайте мне рецепты, как вы будете делать конфетку. Вас просят, не были ли вы на протестах, Эрнест? Был. Все. Разочаровался. Давайте дальше. Сделайте, очаруйте меня своей программой Демпартии, покажите конкретные действия. Я уверен, что если каждый третий гражданин так, условно говоря, придет к представителю Демпартии на местах, они все засыплются там, потому что им нечего ответить. Может быть, они и хотят сделать из Молдовы конфетку. Но, во-первых, об этом знает только Плаханюк. А во-вторых, они сами не знают. Вряд ли придут, потому что если придут, потом за ними придет прокуратура, МВД и так далее. Вот и все. И о какой конфетке мы тогда говорим? Никто никому не придет. Это значит не конфетка, а только ее обертка шуршащая. И все, а внутри гнилье. Там очень много. Возвращаемся к Игорю Дадону. Стоит или не стоит от него ждать реальных действий этой осенью? Или все это будет Очень кратко, если позволите. Да. Я уверен, что действие нужно будет организовывать только в том случае, если он четко будет знать, какие цели он поставит перед собой и перед народом, куда, грубо говоря, он поведет людей. Господин Варданян, он год назад, во время избирательной кампании, обещал побороть этот олигархический режим. Я тоже хочу, чтобы все человечество было счастливо, чтобы все жили по 200 лет и были богаты. Это очень красиво сказать. Я говорю как раз о политтехнологической части. Чтобы он знал точно, что он идет на А, Б, С, Д, вот ему 4 там, или 5 целей, что он точно их продумал, сформулировал, что он передал этот месседж народу, народ ему поверил, и они вместе об этом надо было думать до того, как он стал президентом страны. Мы уже ничего от него не ожидаем. Я тоже считаю, что... Моя мысль не закончена, подожди, я боюсь, что вы меня неправильно поймете сейчас. Он вот все это должен продумать, прийти к народу, сказать, вот у нас такой месседж, вот мы идем туда с такой-то целью. Вот только если он будет знать, что его цель достижима, во-первых, во-вторых, если он будет знать, что народ его поддержит, и в-третьих, если он будет знать, что у него будет внешняя поддержка, только при наличии трех условий он сможет чего-то сделать. Но это возможно еще только при условии, если он абсолютно независим от нынешнего режима. А является ли он таковым? Я думаю, что скорее да, чем нет, но, конечно, определенные рычаги есть. Я не буду даже оспаривать, я думаю, что они прекрасно знают. И более того, раскрою еще одну небольшую информацию по данным от довольно информированных людей. Уже этой осенью Плаханюк начнет вырывать людей из партии социалистов, из парламентской фракции. Он начнет вырывать конкретно уже людей из парламентской фракции с тем, чтобы к следующим выборам 2018 года от партии социалистов осталось одно воспоминание. Об этом стали говорить сразу же, в тот же день, имело место голосование за смешанную систему. Опять же, политтехнологически это, возможно, одна из вещей, которые забрасываются специально в пространство. Абсолютно. Нет, абсолютно. Это я взял это не из пресса, я взял это за эту дискуссию. Изнутри. Я благодарю вас за эту дискуссию. Однозначно осень нас ожидает горячее. Встретимся, поговорим. Всего хорошего. Мы увидимся ровно через месяц.